И снова здравствуйте, уважаемые, с вами Любопытный Геймер, я играю в Skyrim, и я все еще в этом месте, которое до сих пор не понимаю, как проходить. Ну что ж такое? Это прям какой-то... прям проблема. Я не знаю, давайте попробуем снять с себя броню. Возможно, она сковывает наше движение, и в этом вся проблема. Нет, ну это издевательство какое-то. Смотрите. Почему? Почему? Это не смешно. Ну вот, что я сделал по-другому? Я делал все точно то же самое. Это просто издевательство. Какие лучше? Легендарные? Конечно, легендарные. У меня просто есть еще одни, оказывается. Я где-то нашел сапоги. Ну ладно. Оу. Если здесь есть мумия паутине, то... Дурное у меня предчувствие. Догадайтесь сами, что сейчас произойдет. Эх. Так, ладно. Возьмем элементную ярость. Возьмем... Что возьмем? Лук, конечно же. О-оу. Что-то у меня предчувствие прям совсем нехорошее. Как бы мне тут... пролезть. Вот смотрите, там уже... Оу! Проклятие. И пауки полезли, а? И свет вырубили! Так, ладно. Нифига себе тут... Ладно. Допустим. Да он не собирается брать верх, он просто собирается нас убить. По кому стреляем-то, ребят? Идемте уже, а? А чё? Не убиваешь. Если придется, я тебя убью. Смотри, какие морозные пауки. Их придется убить. Убивай. А то только болтать можешь. Сидит там, жарится, понимаешь ли. О, Лидия. Ну, поумнее немножко будь, а. Так. Свет свечи. Лидюш, давай ты как-нибудь, а? Оп. А! Черт, я дери. Вот он.
Ёкарный бабай! Так, предметы, зелья, срочно. Так, у меня сопротивление должно быть... Вот, сопротивлением ядом. И зелья какие-нибудь, лечения, там, повышение здоровья. Давайте. Зелье здоровья. Хоть что-нибудь. Вот, лечение. Так, так, так. Так, срочно вызываем Атронаха. Так. Давайте-ка. Что мы возьмем? Так вот. Эх. Это жалко, что я не успел его... Ай, припечатать захватом душ. Ну ладно. Черт с ним, с захватом душ. Захват дюш. Идем. Так. Я прям чувствую, что сейчас будет такое, такое, что... то мало не покажется. Ладно, ребят, заходим. Первый раз вижу что-то подобное. Слушайте, а где Барбос-то? Я Барбоса не вижу. Это клиника. Ребята. Так. О как! Довокин, нам нужно поговорить, срочно. Отправляйся в таверну «Спящий великан» в Ривервуде. Сними комнату на чердаке, и я встречу тебя там, друг. Кто-то спер. Этот самый Рок Юргена. Смотрите, Драуграф убил. Рок спер. Как пауков-то обошел, интересно. Ну вот так вот неожиданно. Слушайте, где же собака-то? Ну ладно, может она там... подгребет. Я уже готовился. Сейчас нам придется драться не на жизнь, а на смерть. И тут на тебе. Монетки, монетки. Стеклянный лук возьмем. Хм, вот это ничего себе, вот это хорошая штука. Кожаные сапоги, ерунда. А, вот плохая штука. Можно продать, выгодно. Ну, что ты? Окей. Куда нас тут вынесет? По-моему, в то самое место. А, нет, 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 нет. Где-то я выхожу на улицу уже.
Посмотрите. Собаки-то нету. Ну реально, вот, пожалуйста, я вышел. Да-да. Помню это место. Хорошо помню это место, но слушайте, без собаки-то как? Выдохся. Ну блин! Где мой пес? Ага, вот ты где. А собака такая, что, думал ты от меня избавился? Да хрен там, я все равно буду тебя пинать. Окей, ладно. Так, значит, у нас что дальше-то? Давайте посмотрим на карту. Смотрите, у нас есть возможность... Что у нас... Что я могу сделать? Так, встретиться с тем, кто забрал рог. Подождем пока. Это мне в Ривервуд надо, я пока туда не хочу. Так, это как раз рядышком с домом у озера, ну точнее. Существенно западнее, но не суть. Ага, мне надо, значит, в Солитьюд. Опять-таки в Солитьюд. Камни Барензи это не то. А, культисты. Ну, тут прям дофига всего, а? Маркарт. Уа! Ничего себе! Ну, давайте тогда, что ли, отправимся в Солитьюд. Почему бы нет? Раз уж нам так всего много надо сделать. Отправимся именно туда. Так, а все вот эти вот пока отключим. Чтобы не путаться с тем, куда нам надо топать. О, смотрите-ка. Ну, совсем темнотище. Тут где-то здесь поблизости пещерка есть, я так понимаю, да? Давайте туда заглянем. В конце концов, кто сказал, что путь до Солитьюда должен быть непременно прямой? Логово Морвота. Кто такой Морвот, я не представляю, но... Маварта. Моварта. Моварт, кто ты есть? И что у тебя есть в карманцах? Давно я никого не грабил. Ну, серьезно, надо... Надо как-то... быть полюбознательнее, что ли. Оу. Кто там? Блин, пауки. Ай... Где захват? Да, вот. Ну, валите его. О. А, другой разговор.
Чего вы там разгавкались? Ой, да хорош. Так. Так, вот знаешь что, вот только не подталкивай меня. О, чуваки. Привет. О, ты с дубиной? Чувак с дубиной, ты давай, это... Меня-то за что? Психованная собака. Отойди. О, аметист. Золото. Корундовый слиток. Господи, какой богатый трелл. Да нет, нормально все. Что тут еще можно сделать? Давайте вызовем Этранаха потом. Оп. Или сюда. Куда лучше пойти? Туда или сюда? Давайте сюда сходим. Ага. Очень интересно. А как туда залезть? Странно. Ну ладно. Хорошо. Пойдем сюда. Чё там? Вампиры? Vampire. Да что ж такое-то? Чё это у нас? Одежда. Одежда с поясом. Хм. Давайте прихватим такую. Будем дома ходить в этой одежде с поясом. И разгул нисколько не смущает тот факт, что эта одежда снята с трупа. Оу. Да у вас тут весело, я смотрю. Было. Перчатки, шапочки. А, вот неплохое зелье. Так, ну здесь хоть что-нибудь есть? А, во. Вот и наши друзья. На, лови. А кто там такой молнией стреляет, а? Это да? Какой еще проводник теней?
Сейчас мы тебе ввалим. Так, ты чё такой наглый-то, а? Ё-моё! Ни хрена ж себе! Так, где там моё лечение? Немножко лечимся. Да что ж такое? То не видно ж нифига. Ах ты гад! Ты у нас, значит, такое тут... Так, ну-ка на. О! Ладно, я тогда туда особо не буду соваться сразу-то. Да что ты какая... Ну-ка лови. Ну-ка лови. В нос тебе стрелу. В глаз тебе стрелу. В шею тебе стрелу. Что еще? Куда тебе еще стрелу? Давай, захват душ. Оп, не получилось. Ладно. Ух ты. Опять погас. Так, ну, погоди. Барбос, перестань. Ладно. Так, кто тут у нас отчаял? Ой, эбонитовая стрела, хорошо. Двеймерская стрела. Прах. Ах ты ж, ё-моё! Твою за ногу! Вышел погулять! Козлина! О, кошмар! Так, ну, насколько я помню, здесь ничего особо интересного не было. Так. Давай. Давай, конечно. Ну. Я там гнусь горбатая. Ух ты! Хитрюга, да? Вона, садят. Что там происходит-то? Какие-то тени мечутся. Вау, мастер-вампир, вот он, который меня грохнул. Так. Не расслабляйтесь, ребят. Где вы там? Что ж такое-то с тобой, а? Лидия. Ну не толкайся, что ли, а? Встала. Молодец.
этого парня надо субсидировать стрелами в спину. Могу. Так, до свидания. Что он сказал? Я тебя убью до смерти? Ну ладно, допустим. Можешь попробовать убить меня до смерти. Так, откуда он опять взялся-то? А с кем воюет собака? У нас загнала кого-то в текстуры. По-моему, она сама загналась в текстуры. Вы что, шутите? Смотрите. Вот это секретная штука. Вот это фокус. Так, надо валить этого дядю. Так. Ну, условно считаем, что... До свидания. О! Немало у тебя тут брахлишка-то. Хорошо. Секретное место. Очень секретное место. Ладно, обязательно сохранимся. Так. И. Где я тут еще не был? Ух ты ж! О как! Ребят, давайте. Чего ты там стонешь? Ну, вылазь. Вампир, проводник теней. Ну? Ну? Ну ты чё застряла? Так. Где там у меня? Попробуем. Да что ж такое? Вот он. Блин. Ё-моё. Нет. Вампиров так тоже нельзя заколдовывать. Захват душ не работает. И что, у вампиров нет душ? Дюш. Ай, собака. Собака куда-то вообще пошла горизонтально.
В смысле, вертикально вверх. Так, о, у вас тут целая коллекция, я смотрю, да? Вампиры, которые коллекционируют сапоги мертвецов. Ну, да, круто. Утюг. Вампир-пижон. Без выглаженного воротничка вампирского на улицу не выходит. Что ж, наверное, бывает и такое, да? Да, с моими темпами застройки дома, железная руда — это дефицит. Поэтому я ее буду собирать. Так, ну вот мы сделали круг и снова в главном зале. Чё вы тут хаваете-то? Денежки. Так, так, так. Кошелек. Еще кошелек. Еще кошелек. Еще золото. Чё кто там бормочет? Сейчас огребете. Будете бормотать. Бормочи, не бормо... Бармалеи вы вообще страшные. Чего? О, трелл вампиров. Ну иди сюда. Давай-ка с тобой драться вообще так. Вообще по-крутому. Давай, иди сюда. Ну. Слабо мне тебя со щитом нормально. Блин. Он, небось, в темноте хорошо видит, а это нет. Ага. Оу, блин, собака, ну что ж такое-то, а? Помешал нормальному сражению. Иди сюда уже. Иди, скотина. Да выпустите вы его, ну дайте нам подраться нормально. Ну теперь вы тут встали. Идите вперед тогда. Блин, куча идиотов, а. Иди уже. И ты иди. Ну конечно, блин. Теперь... Да иди нахрен. Ну давайте разбирайтесь сами с ним, раз вы такие умные. Беда прямо, а. Ну идите уже. Навызывал всякой шушеры. Ну и чё ты встал? Ну окей. Развлекайтесь. Тут кто-нибудь есть?
Не, вообще никого. Так, ладно. Ох, ни хрена себе. Скайрим для того, кто живет в Скайриме. Ничего себе мне выстрел сделали. Давай уже, собака, давай, давай. Иди, кусайся. Так. Ну. Здесь нет. Давай, 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 барбос. Ну давай. Иди кусайся. Да что ж такое-то с тобой? Да. Это самое, наверное, неприятное занятие. Сражение в узких местах. Так, ну что тут есть? Скоро, наверное, плюну на все. Как это сказать-то? И откажусь от услуг собаки. Ничего, ничего себе! Уху! Офигеть! Вот это я награбил. Вот это я... Вот это я насобирал. Так... Надо будет в первую очередь в Солитьюде найти барыгу. Так, держи. Давай, давай, ты гавкаешь там, иди вперед и бейся. Да что ж такое-то? Настырный какой. Что, нет? Ты все еще хочешь драться? Это можно устроить. Ладно, пока они там дерутся. Будем в наглую шарить. Да, я, пожалуй, один из самых наглых вообще искателей сокровищ. Ну что? Конечно, не справится. Как будто это был спорный вопрос какой-то. И мы такие думали, справится он со мной или нет. Хотя стрелу между глаз он мне всадил неплохо, вполне себе. Эльфийский лук, хоручья стрела, все это на продажу. Так, ну ладно, мы на этом... Давайте завершим серию. Не думаю, что здесь будет что-то такое принципиально важное, поэтому ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и всем пока.